Обещанного скоро дождутся. Реконструкция стадиона «Русич» началась. Уже готов пакет документов, подготовлен проект нового спортивного объекта. Когда строители приступят к работе и что из себя будет представлять новый спортивный комплекс, смотрите в нашем сюжете. Стадион «Русич» 1936 года постройки давно требует реконструкции. Обещают ее с 2005 года. И вот спустя 15 лет проект наконец должен реализоваться. Решения такие серьезные, очень здорово как бы сделали. Проект практически готов. На прошлой неделе сюда приезжали проектировщики. Этот стадион станет одним из первых проектов администрации будущего Орехово-Зуевского городского округа. Сейчас им занимаются сотрудники обоих муниципалитетов. Сначала проект шел с сохранением старого как бы АБК, но после того, как Минспорт посчитал нужным увеличить количество мест трибунных до 1000, соответственно, он стал и как бы выше. Новый комплекс построят в современном стиле. Здесь будут дополнительные залы для тренировок, административный корпус, зал для просмотра игр в помещении. Здание станет монолитным. При этом новый проект предусматривает сохранение хоккейной коробочки и роллер-дрома. Появится легкоатлетический сектор и беговые дорожки с резиновым покрытием. Общая стоимость проекта свыше 160 миллионов рублей. За эти средства построят модульную газовую котельную, заменят дренажную систему на поле, которая не обновлялась более 30 лет, а также сделают ливневки. Срок реализации проекта запланирован на 2021 год.